Привет, друзья, с вами Рашна Нидзука. Мы продолжаем прохождение игры «За гранью две души», и сейчас у нас будет глава под названием «Вечеринка». Слушай, я боюсь. Можно я не пойду? Джоди, ты же сама меня целый месяц упрашивала. Я там никого не знаю. Вдруг они злые... Да и платье дурацкое. Вернемся. Ну, успокойся. Нет причин для паники. Это просто день рождения. Я знаю, ты всем понравишься. Будет весело, заведешь друзей. Иди. Устой, а подарок-то? Стихи Эдгара По. Редкое букинистическое издание. Ей понравится. Не бойся. Все будет хорошо. Я приеду в 5. Удачи. Интересно, кому должно было понравиться редкое букинистическое издание стихов Эдгара По? Какой-нибудь тетеньки. В общем, по двору особо не походить. Заходи. Здравствуйте. Эй, Кирстен, ты где там? Мне пора. Давай, входи, не стесняйся. А, Джоди, да? Проходи, мы тут с подружками, ну и пара парней таких, более или менее. Это подарок? Клёво. Я пошла, дочка, развлекайтесь, только без глупостей, ладно? Да, мам, как скажешь. Наконец-то свалила. Ребята, это Джоди. Она из 4-го отдела. 4-го? Паранормального, что ли? О, что делаешь? Гнешь ложки силой мысли, да? Нет. Типа того? Нет. Тусуем! Я за пивом, парни опускают жалюзи, девочки зажигают свечи, а ты, Джоди, вруби нам музыку. Оторвемся! Ну что ж, пришло время оторваться. Что мы будем слушать? Давайте рок. Пускай будет рок. Ну что это за трэш? Отойди. Врубим что-нибудь повеселее. Такое, чтоб качало. Мне вот интересно, если бы мы какую-то другую музыку выбрали, реакция была бы другой. А вот что я заныкала под кровать. Мама даже нос ко мне не сует, бедная наивная женщина. Кирстен, ты умница! Джоди, будешь? Даже не знаю. А давайте. Ну да, буду. Я люблю напаивать своих персонажей. Эй, не заглянись! Небось, не пробовала. Нет, я уже пила. Ну, конечно! Ну-ка. О, молодец. Круто.
Я напилась, ребята. А пиво какое-то низкоградусное. А что там она предлагает? Покурить? Давай. Где еще она сможет все это попробовать? Первый раз, да? Со мной так же было. Эффект похлеще, чем от пивка. Ты как, Джоди? Ты какая-то странная. Ты бледная. Что, нехорошо? Да не, все с ней нормально. Не очень. Выглядишь жутковато. Ты как, Джоди? Я знаю, о чем ты думаешь. Что мы здесь делаем, да? Я тоже, честно, не знаю. Помню, ты говорил. Я просто хотела узнать, каково это. Тусоваться, быть с друзьями. Ну и как тебе? Нравится? Такого я не ожидала. Ну что ж, возвращайся, туси. Привет. А я Мэтт. Джоди, да? Я тебя раньше не видел. В другой школе учишься? Я не хожу в школу, у меня своя программа. Ясно. Потому что тебя бы я точно запомнил. А ты работаешь с мамой Кирстен? Мы с Кирстен не знакомы. Ее мама у нас работает, вот меня и позвали. Я вот раньше жил в Лондоне, 2 года назад переехал. А ты? Ты где жила? На базе. Я живу на базе с самого рождения. У тебя есть хобби? Как ты развлекаешься? Я люблю серфинг, играю с друзьями в рок-группе. А ты? Ты что любишь? Да так. Много читаю. Я вообще скучная. Слушай, а как ты попала в 4-й отдел? У меня есть дар. Связь с существом. Существо это... В смысле, призрак какой-то? Понимаю, звучит бредово, конечно, но это как бы невидимый спутник рядом со мной. А сейчас он здесь? Да я шучу. Шучу. Слушай, ну ты меня разыграла. Я уж правда испугался, ты чокнутая. О, медляк. Потанцуем? Да я совсем не умею. Ничего, я тоже не особо умею, так что... Вот.
Чувак захотел к ней подклеиться, видимо. К нашей Джоди. Наверное, тебе это часто говорят, но ты очень красивая. Спасибо. Ты не похожа на других. В тебе есть что-то особенное. Можно и так сказать. Так. Еще чего не хватало. Спасибо за танец, Мэтт, но я не хочу. Ребят, а пусть Джоди продемонстрирует нам свою супер-пупер-мега-силу. Нет, точно, будет прикольно. Да бросьте, она врет. И правда, Джоди, а то скучно. А, Джоди, устрой нам шоу. Ну, давайте. Ну, хорошо. Ну, мы все тебя ждем. Помолчите. И не шевелись. Как мне страшно. Ща обоскусь. Заткнись, Стивен. Там кто-то есть. Не психу, Эмма. Там никого. Клянусь тебе. Как будто... Что происходит? Ну чего вы еще хотите, ребята? Бля! Стоп! Гляньте на стол! Ну все, с меня хватит. Да, хватит. Да, на самом деле страшно. Я совсем не хотела вас напугать. Простите. Вы сами просили. Так, ребята, пора есть вкусный мамин торт, а потом мы будем открывать подарки. Хотя торт подождет, подарки важнее. Люблю, целую, твоя Джен. О, спасибо. Там гетры? Стринги! Как я и хотела! Больше не воруй у мамы. Может, нормального парня найдешь. Мой будущий парень говорит спасибо. По-моему, они очень секси. Подстава. А это что за дрянь? Старая книга. И вонючая. Это букинистическое издание. Стихи Эдгара Аллан По. Эдгар Аллан кто? Ты что, украла ее из дедушкиной библиотеки? Нет, это антиквариат. Ага, как твое платье. Не поняла, это прикол? Ты принесла мне на день рождения этот отстой, да? Думает, она умная, а сама просто крыса. Притом омерзительная крыса. Да, весь вечер за мной бегает, как собачка. Так и просит. О, она еще и шлюха. Я и звать-то ее не хотела, это все мама. Да, шлюха. Шлюха и ведьма. А давайте ее проучим. Что делают с ведьмами? Сжигают. Держи ее! На! Ребята, об этом пожалеете. О, подручица замогильной тьмы! Иди нам свою силу! Выпустите меня отсюда! Вот так же с самого начала. Пожалуйста, откройте мне! Пустите! Где там торт? Пустите, да, я уйду! Да, я уж прямо проголодалась. Отпустите меня, я не хочу! Вечеринка начинается! Отсюда!
Вытащи меня! Айден! Давно пора было попросить. Так, что у нас тут есть? Пора наружу. Да, я ждал этого момента. Друзья, помните фильм «Кэрри»? Так вот сейчас мы им устроим в духе этого фильма. Ну что, тортика хотели пожрать? Ну что ж, угощайтесь! Молодец, очень смешно. Эй, это не я! Не я, правда? Может быть, это Джоди? Нет, это не Джоди. Я сваливаю. Не бросайте меня. Я тоже ухожу. Куда вы пошли? Не может быть, дерни сильней. Да говорю, заперто. Спокойно, не надо паниковать. Окно! Попробуйте в окно! Заперто! Как я люблю пугать безмозглых подростков! Кто? Кто здесь? Нет, ты нас запугаешь, Джоди! Вылезай! Не позвонишь! Вы обидели мою подругу. Я тут не останусь. Вот черт! И вы за это заплатите. Вот поспи, детка. Мне страшно. Счастливого дня рождения. Они запомнят это надолго. Что это за хренотень? Спасите! Спасите! Обманщик. Кто это? Спаси, что ты делаешь, Айден? Это чересчур. Остановись! Никто не смеет обижать тебя, Джоди. Ваша мама. Она ведьма! Она все сожгла! Она ведьма! Иди, Джоди.
Идем домой. Ну что ж, друзья, на этом данная серия завершается. Встретимся в следующем выпуске. Не забывайте ставить лайки и оставлять ваши комментарии. С вами был Раша Мидзука. До новых встреч. Ха-ха, месть.